Так, добрый день, дорогие подписчики. И те, кто еще не подписался, но скоро подпишется. Смотрите, ситуация такая. Вот сломала крышу зимой. Вот так вот сделали крышу. Вот ее сломала. Вот так вот. Вот таким вот образом ее сломала. Четыре стропила. Эти четыре стропила я переделаю вот таким вот образом. То бишь усиливаю еще по одной доске с обоих сторон. Со стороны излома, где излом, по 1,5 метра в разные стороны. И плюс будут еще дополнительные подпорки стоять. Вот как там. Здесь это тоже было, но снег как бы сломал. Плохо. Здесь надо вот доску ложить. Вот так вот. Но это в дальнейшем я все покажу. Как мы доску положим. И на эту доску мы поставим свои стойки. Для того, чтобы нагрузка была на всем потолке. Вот таким вот образом. Ставим лайки, подписываемся.